Добрый день, друзья! Я Сид Багамбетов Ерлан, эксперт по испытаниям регион Волга. Мы находимся на полевом городе Оренбурга, и сегодня, 24 июня 2021 года, у нас полным ходом идет подготовка почвы под посев пропашных культур в 2022 году. Сзади меня находится поле, где была произведена отвальная вспашка. Я вам хочу показать, какую агрооперацию мы выполняем после пахоты. Мы запустили на поле дисковую борону, задача которой является выровнять пахоту, измельчить крупноколковатый верхний слой. Вот так выглядит поле после отвальной вспашки. Много крупных глыб, очень крупноколковатая структура. А вот так выглядит поле после прохода дисковой бороны. Мы видим, что крупные все глыбы измельчены. Поле более выровнено. Это будет способствовать более дружным и качественным сходам весной. Данная операция позволяет нам проводить более качественный сев и дожидаться более дружных сходов. Это был полевой город Оренбург. До скорых встреч!